Всем привет! С вами Юля, и вы на канале «Все соки». Каждый год 1 ноября отмечается Всемирный день вегана. Давайте отметим этот чудесный праздник вкуснейшим веганским чизкейком из кешью. Сам рецепт, очень простой. Большую часть времени у нас отнимет предварительная подготовка продуктов, а также заморозка самого чизкейка. Поэтому начать такой готовить десерт лучше где-то часов за 10 до его подачи. Для приготовления веганского чизкейка нам понадобится сырой кешью, грецкий орех, финики, кокосовая стружка, кленовый сироп, кокосовое масло, лимон и питьевая вода. Орехи нужно замочить заранее. Можно оставить на ночь в холодной воде, либо же залить кипятком за час до приготовления. Я орехи оставила на ночь в холодной воде. Выкладываем пергамент на дно формы и смазываем стенки небольшим количеством растительного масла. Теперь приготовим основу. Удаляем косточки из фиников и погружаем в чашу блендера финики, грецкие орехи и кокосовую стружку. У основы должна получиться вот такая липкая текстура. Выкладываем основу в форму, разравниваем и убираем в морозилку. Ну а пока займемся начинкой. Кешью нужно промыть и слить воду. Также советую где-то за час до приготовления начинки достать кокосовое масло из холодильника. При комнатной температуре масло чуть подтает, и его легче будет вынимать из банки. Теперь погружаем в чашу блендера воду, кешью, сироп, сок одного лимона и кокосовое масло. Также по желанию к начинке можно добавить немного пищевого красителя. Я добавлю чуть-чуть зеленого, чтобы чизкейк получился в мятном оттенке. А если вы хотите сделать начинку розового цвета, то вот вам лайфхак. Вы можете добавить в чашу блендера небольшой кусочек свеклы. На вкус это никак не повлияет, зато придаст чизкейку очень красивый нежно-розовый оттенок. У начинки должна получиться вот такая однородная гладкая текстура. Разравниваем начинку и отправляем наш чизкейк в морозилку на ночь. За час-полтора до подачи достаем чизкейк из морозилки и оставляем при комнатной температуре. По желанию его можно украсить. Я попробую нарисовать символ, который наверняка узнают многие вегетарианцы и веганы. Также вы можете приятно удивить своих близких, сделав вот такой чудесный чизкейк в форме сердца. Его я буду украшать клубникой, голубикой и листиками мяты. Ну вот и все. Наши веганские десерты готовы. Осталось позвать друзей. И пусть не все мои гости придерживаются веганского или вегетарианского питания, это не имеет никакого значения, ведь чизкейки получились просто изумительные. А вы знали, что Международному дню вегана уже почти 30 лет? Для нас это пока в новинку, но судя по количеству приверженцев здорового и правильного питания, этот праздник имеет все шансы стать популярным и в нашей стране.